Первая посадка пассажиров будет объявлена только на следующей неделе, но новый подвижной состав фирменного поезда «Ульяновск-Москва» уже полностью готов к отправке. В нем больше нет привычных плацкартных вагонов, но при этом количество мест увеличилось на 40%. Поезд стал двухэтажным, всего вагонов 14 по 64 спальных места в каждом. Мы совместно с Куйбышевской железной дорогой занимались плановым развитием инфраструктуры, строительством высоковольтных колонок, локомотивов приобретением, вагонов приобретением. И закономерно подошли к финалу, запуску этого инновационного, нового подвижного состава. Почему двухэтажное на направлении Ульяновск-Москва? Потому что это одно из самых пассажирообразующих направлений, которое пользуется большим спросом у жителей Ульяновска, Ульяновской области. Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволила не только удовлетворить повышенный спрос пассажиров. Как говорят в компании, стоимость билетов не увеличится. Новые купейные вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи. Я могу отслеживать, что делается в каждом коридоре. Я также смотрю, двери закрыты ли у меня у проводников. Здесь это у нас спутник ГЛОНАСС, который отслеживает нас, где мы находимся, почему мы остановились. Я слежу, с какой скоростью у меня поезд едет. В каждом вагоне кондиционеры, биотуалеты, сбор мусора раздельный. Пассажиры могут воспользоваться услугой перевозки дополнительного багажа и душ. Интернет есть в течение всего времени пути, поэтому расплачиваться картой можно за услуги вагона, ресторана или бара. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств. Если раньше для того, чтобы ограничить доступ к купе, необходимо было обращаться к проводнику с ключом, то теперь у каждого пассажира своя индивидуальная магнит-карта. Выходим и закрываем. Также в одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски. Есть купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Место для самого инвалида и для сопровождающего. То есть полный комфорт, то есть также азбука Брайля, соответственно, кнопка вызова проводника, голосовые кнопка вызова. Время отправления прибытия останется прежним. Из Ульяновска пассажиры будут отправляться в 20:42 и прибывать на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки утром. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.